Друзья, всем привет! Мы едем с Вовчиком сегодня с утра пораньше, дети в школе, а мы едем в Костко, но мы сейчас проедем через Майклс, это все рядом на одной плазе. Нужно обязательно купить голову пенопластовую, Лаврику. У него опять какой-то творческий процесс, в общем, это надо купить. Я хотела в Walmart купить, но это все-таки не очень удобно нам по локации, поэтому мы через Майклс. И потом в Костко. В Костко у нас тоже сегодня такая довольно большая закупка будет, тяжелая в смысле. Мы, наверное, даже возьмем две тележки, потому что мы воду хотим взять много, что-то совсем воды нету, туалетная бумага, все, в общем, что-то такое, что большое, все большое. Поэтому две тележки, наверное, и погоним. Всякие салфетки, пеленки собакам, котям моим туалет. В общем, там как бы не три тележки понадобилось. Давайте без фанатизма. А куда ты собрался? Давай, говорит, три ящика этих упаковок воды возьмем. Давай, говорю. Тогда нам надо сначала выехать с водой, допустим, с чем-нибудь еще, а потом уже зайти заново. Что-то с водой, что ли, может таскаться? Она тяжелая, ужасно. Что значит таскаться? По 40 бутылок, как я говорю. Приедем и возьмем сразу все, что нужно, и выйдем, блядь, и все. Таскаться. Ну, и я о том же, да, все, что нужно, да, возьмем. Вот это все надо будет ходить, да. В общем, ладно, тихо, тихо. Тетенька на встречку. На встречный едет, да. И вообще, даже глаза не везет такая. Спасибо, что пропустили меня по встречной. Вообще капец. Так, мы приехали в Майклс. Так, я посмотрела, он только открылся как раз, и здесь мы как раз все и возьмем. Плаза, в принципе, довольно большая, вон там он у нас Home Depot, Костка, что-то тут еще. В общем, нам вот сюда, это магазин для творческих людей. Лаврика я сюда с собой не беру. А, кстати, надо его хоть принципиально. Раз взять. Принципиально. Надо его хоть раз надо, взять. Надо, 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 ну, когда-нибудь. Я повыбирал бы сам. Да, да, может, надо. На день рождения ему сделать такой подарок, привезти. Можно, сюда, чтобы, кстати, хорошая выбирал, идея. Хорошая идея. Да, хорошая идея, говорю, потому что ему нужен какой-нибудь там материал для чего-нибудь. Вот он вчера что-то мастерил. Безлимитный тариф, сказать, что на, давай. Слушай, а это правда хорошая идея, потому что он что-то вчера мастерил, что-то он сам, понимаешь, понимает, что ему надо. Да. Но выразить он не может, особенно да, по-русски. Он это видит. Да, он не может, да, объяснить, что ему надо. А так его надо реально сюда припереть. Точно. Он все наберет себе всякого стафа. Да, у нас сейчас три дня выходных, и, возможно, мы так и сделаем. Он себе тут сам наберет. Сейчас пока просто хватаем голову и бегом. Так, ну, здесь много всего интересного. Да. Чего только нет. Ну, Лаврик явно найдет себе тут. А? Веночек купить какой-нибудь. Мне веночек? Нет, не надо. А, наис... да. Не, нафиг надо, пойдем. У нас там что-то... Смотрите, какая красота, ребята. Это все к Истер, к Пасхе. Всякая хренотень, которую потом... Да, прикольные корзинки. Да, все на Истер. Кстати, все разбирается. Когда там у нас... Ой, Вова, мне сюда... Вот я сюда за цветочками, помните, приезжала? Я еще приеду, мне нужна ваза и цветочки в гостиную. Вот такого вот плана, вот такого вот цвета, может быть, да. Это я уже без Вовчика... У нас есть могильные розочки. Могильные розочки. Смотри, какие красивые, Вов, я уже ходила, это снимала. Еще одни могильные. Вот это красиво смотрится. Тем, которые абсолютно могильные, надо черные добавить обязательно, красиво, чтобы что-то было максимально траурно. Да, да. Но они здесь, знаете, они здесь классные, они здесь смотрятся так, прям как настоящие. Головы, да. Да, давай сразу парочку. Давай, да, вот здесь он явно, кстати, вот найдет. Вот ему тут этого стафа. То, что нужно. Вот, слышишь, вот, подожди, я ему еще конус возьму, потому что он тело вечно не знает, из чего сделать. Слышь, есть женщина, есть мужчина. И то, и другое берем. Угу. Вот классно. Я вот этот конус беру, две головы. Можно взять подожди, два шарика. Подожди, давай его возьмем, он приедет. Когда мы его возьмем? Давай сейчас пока возьмем. Он сегодня что-то делает же, может, сегодня не поедем. Давай, вот, а он наберет себе всякой вот хренотень. Давай такую сферу можно. Сферу, да, давай возьмем. Что ему такое еще? Ну, допустим, вот так. Он что-то вчера видел, что-то он там мастерил, он там делал. Он возьми ему, он такой шар, он внизу еще большой. Вот шар, да, давай возьмем. Без тележки, блин, зашли. Вот такой, да? Вон то есть еще больше. Да, вот это, видимо, какой-то инструмент. А, да, и что-то он там клеит. А, так. Это выжигатель для пенопласта. Это очень круто. Да? Да. Ну, фиг его знает. Так, у него там свое видение. Вот я ему конус вот этот взяла.
Так, есть еще, смотри, вов зеленого цвета. Есть то же самое, только зеленого цвета. И вот такие вот штукенцы. Ой, я не могу камеру. Все, пойдем. Да, все, пошли. Его. Ладно, я уже еле держу уже. Это все, да? Все, пойдем. Мертвые растения. Твои любимые, да, мертвые растения, да. Такую можно купить поставить. На балкон не хочешь поставить такое? Так, нет, Вов, давай займемся сначала нашим балконом. Там все вкатаем. Да, все вкатаем там в бетон, и потом искусственных мертвых цветов понаставим. Все вкатаем в бетон, чтобы искусственных цветов понаставить. Так, Вов, вон там я Катю сейчас найду. Мы сейчас ищем, что Кати. Вов, не там, не там. Какую-нибудь фиговинку Кати. Ну, Катя творчеством у нас не занимается. Ей это не интересно. Это у нас обыкновенная, она не творческая. Она не творческая у нас дама, да. Но есть что-нибудь розовое зайдет. О, какая ванна. Прикольно. Веночки. Вон там, ближе к кассе. Ой, смотри, там всякой лабуды хватает. Да у нас есть веночек. Ну, он уже устарел. Мораль. Не знаю, нормальный веночек. А какой у нас там веночек? О, Катюхе можно золотой глобус поставить. Смотри, какой красивый. У нее там под золото. Глобус, не у нее там днем. Под золото есть. Из страны, страны особой. Красивенький. Который мы поймем. Это ты не знал, какой стране пел. А вот смотри, есть розовый. Смотри, есть розовый, Вова. Ух ты, смотри. Вов, давай ей розовый глобус купим. Она скажет, о, круто, и все, и убежит. Она на любое так скажет, абсолютно. Не, Катю абсолютно это все не интересует. Ну вот, смотри, вон они, мягкие игрушки, она с ними спит. Вот это она любит реально. Вот сейчас мы ей какое-нибудь глазастика возьмем. Давай, да. Так. О, вот единорожек. У меня руки все заняты, поэтому. Ну, какой-то он черный единорожек. Да, а вон, смотри, какая-то панда сидит. Вот она, глазастая. Вот такую это, давай. Это лаврику давай. Вот такую можно лаврику взять. Такую лаврику. А Кате вон лисичку. Кати, вот это лаврушка. Ну, Катя, давай, окей, ладно. Да. А вон тогда лисичку вон туда. Вон в самом конце, видишь, внизу? Или ну, ежика, просто... ежика. Ну, ежик, мне кажется, ей будет неинтересно. Ну-ка, прокрути, она крутится. Вот это точно. Давай чего-нибудь такое еще прокрути мне. Вон там розовое что-то внизу все, валяется. Вот вон, подожди, фламинго розовое внизу. Ну-ка, положи-ка на место. Вон того достань. Вот она, единорожка, смотри, какая. Какая маленькая вот такая. Вон, Вова, ну-ка вниз. Вова, у меня руки заняты, пожалуйста. Вон что? Туда, ниже. Что вот ниже? Все ниже, вот все розовое. Не доставай надо, и вот показывай все, мне. Все, короче, берем вот это. Ну, это вот маленькая хренотень. Возьми вон фламинго розового. Маленького попросил тебя дождь. Блин, ну достань, я не могу нагнуться. Фламинго такой офигенный. Все, в Кате взяли. Ты самых стрёмные набрал. Она их любит. Нет, пожалуйста, возьми мне вон того фламинго. Достань, пожалуйста. Смотри, там можно вешать на рюкзак. Да не будет она ничего на рюкзак. Она не вешает на рюкзак, Вов. Возьми, она спит с ними. Достань вон того фламинго, пожалуйста. Давай посмотрим. Самые стрёмные, вот какие нашел, те взял. Дети, вон, смотри, вот смотри, какая-то фиговина в розовой юбочке лежит. Вон это ей точно зайдет. Какая? Вот не умеешь ты девочкам выбирать. Ну что ты вот что это? А вот единорожка, о, единорожка. О. Нет, вон ту белую. Вот, нет, вот эту. Вот эту мышь достань мне, вот эту мышь. Она любит единорожка. Вот это вот ей зайдет вся розовая. Так, ребят, мы вышли, смотрите, какой у нас большой-большой пакет подарков. Детям. У нас еще мы еще оформили, господи, как карту членства, и нам сделали 30, по-моему, да, процентов скидку. Да. Ну, короче, вообще было 80 с чем-то, мы заплатили 50 с чем-то. И это очень круто. Стоп. Мы что? По-другому сделаем. Ты завяжи там ручки, а сейчас все это рассыпется. Да. Нам куда-то надо косткой еще пихать, ну, сюда уже. Здрасте. И туда, конечно, я тебе покажу, ты такого даже не да? видел. Да, я видела, ты же мне его как кубик-рубик весь разложил, я вот помню. Вот так, короче, можно делать. Вот так, раз. А, отсюда? И вот ну, так. Короче, сейчас мы захламимся. Вот так два, смотри. Ага. Но, видишь ящик? Да. То есть сюда можно складывать, здесь есть органайзер, да, видишь в ящике? Ага. Смотри, покажу тебе. То есть можешь вот так там, да, чтобы не болталось. Но если тебе не нужен ящик, ты делаешь вот таким вот образом, и он складывается. Все получается ровный пол. Сюда можно грузить. Круть. Апельсины бочками. Как говорил Остап Бендер. Круто. Ладно, все, поехали. Папа. Папина любимая машина теперь. Да? Да. Ой. Все, так, костка рядом. В общем, теперь мы члены клуба магазина Майклс. Я всегда, когда использую такие выражения, вспоминаю Ильфа и Петрова. Члены клуба. Вы член?
можно закрыть это самое. На самом деле все эти. А, и теперь можно смело сюда приехать с Лавриком. 30%, да, это куда ни шло. 30%, ну, с нашим Лавриком, да, мы же отсюда выйдем-то, блин, я не знаю. Поэтому, да, это круто. Вот, так что все, в Костка? В Костка. Захламились немножечко и в Костка. Мы ездим с открытыми окнами, потому что у нас сегодня прохладненько, и у нас, видите, у нас дождливая погода в эти дни. Дети намылились в вотерпарк в выходной, но не знаю, что-то у нас как-то дождливенько там намечается. А так в целом очень тепло, прям очень хорошо, но дождливенько. И Вова, мы сегодня, короче, у соседей подглядели такой классный, ну не то что лайфхак, мы так и собирались сделать. В общем, нам нужны камушки. Красивые серые камушки. И засыпать там все, и выкинуть все наши сорняки нафиг оттуда. А папа жалеет каждый листочек. Да. А проезжает мимо соседей, говорит, вау, Лена, я тоже так хочу. Ну... Так я говорю, я же тебе об этом и говорю. Серыми такими гладкими, такие как речные камушки с гладкими краями, все сорняки повыкинуть нафиг. И оставить только нормальные растения. Сейчас, конечно, все... У нас реально во Флориде как будто лето наступило. Начинается такая летняя движуха, да? Все что-то покупают, землю какую-то, что-то какое-то, интерьер. Лена, вот дому. Что надо сделать. Мы обязательно должны это сделать. Посмотри, мы должны купить лестницу, запихать ее в багажник. Ездить с этой лестницей, как все нормальные люди на траках. Если у тебя есть трак, надо обязательно купить вот так лестницу. Лестница и две доски, помнишь? А потом она у тебя на скорости выпадает. Вот как у него, видите? Это, знаете, традиция здесь такая. Еще доску надо, доску. Доску, две доски надо, лестницу вот такую и ездить с ней. Обязательное условие. Да, где-нибудь потерять ее на шоссе. Это очень прикольная причем традиция. Причем она у него здесь явно не влазит вообще, он ее вообще, то есть она пиздяхает, причем, ну как бы она даже наполовину-то не заходит, то есть она, шанс, что она доедет, zero, просто zero. Ну да, и потом эти лестницы, ребята, валяются просто вот на трассах, на шоссе, да, главное за ним не ехать. Главное за ним прям. Стал дом строить, уже три кирпича купил, молодец. Главное за ним в этот момент не ехать, упаси господи, потому что мы всегда стараемся, если едет такая машина, мы всегда стараемся куда-то... 50 на 50 выпадает лестница. Да, 100% практически, да. Ну 50 на 50, да. И потом едешь, поэтому машина должна быть что? Высокой. Ой, смотри какой, малыш. В нашей деревне так. Так, ладно, мы почти в Костка, сейчас завернем за угол. Так, мы приехали. Парк. А ты что опять? Ну, Вов, ну поехали туда. Удобно будет на тележке доехать. Это самое удобное. Ну, окей, удобная, ладно. Да, здесь вообще ни разу не удобно. Здесь всегда очень много людей. Ну, ладно. Сегодня... Кто за рулем, тот и музыку. А грузиться? Я сейчас, Лен, выровняюсь. Давай. Вов предлагает одну оранжевую взять в тележку. И на нее грузить самое тяжелое. И одну вот такую. То есть две. Две не вот такие, а одну большую, одну вот такую. Я вот с этой, конечно же. Ой, а что она синяя? Это новая тележка, что ли? А, это отбойники стоят. Это отбойники, все хорошо. Спокойно, без паники. Нет оранжевых. Оранжевые забрали, да, все. Такие умники, как мы, позабирали. Короче, берем еще одну. Ой, мамочки. Меня ждет прямо здесь, прямо сразу мешки для мусора, они у нас кончились, $17. Так что тут есть еще. Так, ну я там закончила все одновременно, и в стиральную машину, и о, туалет котям. Вова, на скидочке, вау, круто. Надо два взять вот таких. Так, $4 с лишним скидка, две штучки, Вова, бери сразу. Вот тоже да, вода какая-то. На мою, давай. Вниз давай. Ага. Так, это мы удачно зашли. Вот ты бы мне лучше вот сюда их. Они самые тяжелые здесь будут, а мне возить удобнее, когда здесь тяжесть. Можешь перепинать сюда их? Пожалуйста. Угу. Потому что там еще надо и молоко взять. Ну так, еще тяжелое будет. Кока-кола, сок. Грейт, папа. Окей. Давай розешечку, да. $7.99, $8.
Вова вот это вот не любит, а розышечку отлично. Ну и это он не особо любит, да. Так, мы еще не надумали по поводу стола. Слабоалкогольное такое. Угу. Жаришку хорошо. Устолять так. Дабы сел на балкончик, да. Да, еще вот купим когда-нибудь мебель себе. Определимся. Я тебе каталог до сих пор еще не показала, Вов. Там... Нет, он у меня под компьютером лежит, ты не мог выкинуть, да. Ты ж классный, да? Смотри, видел? Крутой, да, сторож, видел? Ящик на улице. Да. Я надеюсь, у нас нет ничего, чтобы в нем хранить. Поэтому мы его не будем покупать. Кого? Такие вот ящики. Но ящики? Я подумал, что когда будут хуракены, буду заставить убирать, и куда мне его девать тогда? А, да, домой заносить. Пойдем дальше, папа. Вова, стой, ты сегодня плакался, у тебя носков опять нет. Пойдем. А, да, не здесь, да. Продается все к лету. Так, давай поворачивай. Блин, сейчас я подождите, подвину. Это какой-то звездец, он у меня еле едет. Носки. Тогда и мне тоже надо взять. Нельзя, ты еще пока тебя не сносила. Я тебя еще не сносила, да? У меня девчонки, знаете, вообще просто, я не знаю, что они с ними делают. Им вечно не хватает носков. Подожди-ка, надо взять вот такие Катеньки. У Лаврика пока навалом своих. В школу отлично с кроссовками. Что, не нашел носки? Такие вот обычные наши любимые с девчонками. Так и папа свои найти не может. Нашел? Да, возможно, я просто такие не люблю, вот эти вот мои нелюбимые. Какие ты искал? Которые, а здесь, по-моему, вот только такие. А это мы не здесь брали? Ну вот здесь только такие, по-моему, продаются. Ага, поехали. Самых шортиков сейчас навалом, выбирай любые. Угу, прикольно, они тянутся, стрейч такие, и на них еще и скидка. Картины, смотрите, какие. Господи, что это? Зачем нам это? Чтобы постояло в гараже. Нет, это когда у тебя выключит свет, у тебя будет свет от бензина. Ну, у нас, правда, машина есть, которую можно все запитать. Но... Ну да, ты же сам мне говорил об этом. Да, но как бы... В итоге, если хурагена, у нас все равно ничего работать не будет. Почему? Вот это будет, как вон они пеленки, Вова, я их обыскалась. Пойдем. Я думала, опять они переехали, а они не переехали. Они здесь. Туалет котям здесь же еще. Так, что? Собаки. Джерик. Мне кажется, две лучше сразу бери, что? 18, сколько они? Пэтс, да, 18, вот они. Давай. Одной хватит. Ну, пока можно одной, там еще есть. То есть они гуляют уже? Ну, все равно и ночью, и все, чтобы они были. Что он бежит на пеленку. Все, его приучили, все, он бежит на пеленку. Так, я хочу... Вов, подожди. Здесь собаки, да. Все, в продукты. Чучки. Ты с той стороны решил пройти? Что это? Ветродуй какой-то. Суперфан. О, это сильный. Супер-пупер, да. Ой, капец, он сдувает вообще. На балкон, да. У нас два там уже стоит. Ты молодец, у тебя два их. Ну, папа какой-то домовитый стал, хозяйственный. Куда деться? Вот это зачем нам надо? Это вот как раз в том случае, когда от трака нужно запитать удлинитель. Каким удлинителем ты будешь это? Я вообще не знаю даже вообще, о чем ты говоришь. Ну давай-ка вот это возьмем на всякий случай. Давай. И вот это возьмем. И не знаешь, что мы возьмем? Вот этот фен. Фан вот этот? А? Зачем? Да. Потому что я боюсь, что если где-то будет жара, то я могу от машины вот это посоединить через, и у нас будет дуть хотя бы как-то. Кондей, в смысле, если сломается? Ну, что-то вот случилось, да, хотя бы я могу вот так ветер создавать. Ну а зачем нам ветер-то такой? У нас вентиляторы, во-первых, везде. У нас вентилятор не работает, да. Работает. Нет, да они... И потом, если света нет, то вентилятор не подключит. Вов, ну вот эта фигня, она вообще не нужна. Он очень сильно дует. Нафиг нужен-то такой. Он реально супер-супер-пупер.
вышли, там перезарядили, сейчас я людей пропущу. Вов, он не нужен вообще. Он обычный вентилятор, а вот я этот вот очень вот сильно дует, просто очень сильно. Знаешь, по музыке? Он сдувает реально. Да его нужно уменьшать. Это ты выключил, нет, у него вот, одна кнопка. Вот почему, вот нет, у него регулировки, она три все. У него даже стоять тяжело. Это вот сейчас единица? Это единица. Офигеть. Да. Но он на комнату в зал поставил, тебя ждали, чтобы хоть немножко отсюда. Ну хорошо, давай бери. Захламим наш гараж, да. Надо же чем-то захламлять наши три гаража. А он может пригодиться, знаешь, потом вспомним, блин. Это вот так вот с Вовчиком приезжать в Костково. Сейчас вот я бы одна поехала, сейчас бы столько потратила, выслушала бы. Это что такое? А, это. Тележка. Вовик, смотри, оконца как мыть. У нас есть такие две штуки. Тележки? Тележки-то есть, да. Стремяночка такая, да? Небольшая. У нас есть. Ой, папа. Цветочки, ромашки, все как ты любишь. Не надо такой? Вова? Нет, нам не надо такой, Вова. У нас вот такой лежит, он у нас идеально под дверь подходит. Очень классный, вообще прям крутой. Щетки твои любимые, Вовик. Давно ты щетки не покупал. О, ну-ка пойдем ковры посмотрим. Нет, посмотрим ковры. Просто. Нет, ковры покупать бесполезно сейчас, да? Потому что Джерри еще сволочь та еще. Поэтому пойду я посмотрю пока ковры. Где они? О, вот они. Ковры пока все те же, ничего нового пока нету. Вот этот издалека ничего, но там какие-то горы на нем. Ну, в общем, все те же, которые я смотрела. Вот это мне очень нравится, вот эти коврики. Я Леве, скорее всего, его куплю, приеду. Вот так он выглядит. Очень классно. Есть синий, есть вот такой вот серый. У него ворс высокий. Больших таких нету. Я вот был бы такой большой, я бы вот просто не задумываясь бы его взяла. И цвет мне нравится, и ворс мне нравится, но их больших нету. Вот. И к Леве сейчас замучу там ремонт и постелю другой ковер туда. Ну, короче, ничего нового. Окей. Смотрите, какой хозяйственный папа. Что ты там опять нашел? Что это за хрень в гараж? Вот этого у нас еще нету в гараже. А ты видел, какие стульчики, папа? Вот это вот ездит стульчик, видишь, посадил свою пятую точку сюда, и ездишь. Сюда, пивасик сюда, поставил. Пиван, да, и ездишь по всему гаражу. Ездишь по гаражу, любуешься своим хламом, который ты так любишь скупать. Да, поговорил, хлам оглядел, все, день прожит не зря. Пивасиком это все бахнул. Это уникально. Да. Круто, да? Причем, слушай, а реально крутой. Ты можешь прямо устраивать там. Вот это нужная вещь, я считаю, по гаражу перемещаться. Прям крутецкая. $50 все. Жена, принеси пиво. Да, 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 жена взяла, туда понаставила, принесла, как в Макдональдсе такая помпа, туда поставила. Орешки насыпал туда, фисташечки, сидим. Вон, смотри, стульчики какие тоже. Ну, стул реально крутой вот этот. Что? Но он, конечно, тебе все равно не нужен, да? Какой? Вот этот. Да нахрена он нужен? Да я и говорю. Стул крутой, говорю, но он просто нам не нужен. Я вообще не понимаю. На хлам свой не смотрим. Как все тут соседи наши выйдут, возьмут стульчик, сядут и смотрят в свой гараж, оглядывают свой хлам, пивасиком не, ну, кто, запивая. Кто-то полирует, тут ремонт ими. Не, конечно, вот это вот реально. Это. Чем-то ты занимаешься, там машину, например, там что-то делаешь, да, что-то еще там. Чем это heavy duty, то есть это для тяжелой жопы еще. Да, он видит, ну как ну, очень шансы, такое. Есть это. Шансы спокойно. Да. У тебя есть еще шанс. Долго. Да. А вот это что такое? Да. Где? Тоже очень нужная штука. Да. Сит. Что это? Я понял. Это подушка это. Для... Подушка-пердушка, короче, $25. Да. Ладно, все понятно, да. Опс. Сейчас свою качу еще. Это кто такой? Перпл. Что нужно. Это? Перпл. Что-то нужно. Для матрасика. $1300? А, это матрас просто. Матрас. А. Это матрас. А чё он такой дорогой? Костовский. Я такие даже не видела. Так, а это вообще $1600. Офигеть. Я просто. Взять воду и кока-колу. Давай, да? Я пока тут пройдусь, печеньки возьму. Так, пройдемся с вами здесь.
Тут так особо ничего нету, что нам нужно. Так, я взяла виноградик, хороший такой виноградик, как раз такой полусветлый, это самый вкусный. Помидоры. Так, я уже в отделе, где не продукты. Из продуктов взяла помидоры. Там что-то народу так много было, неудобно было снимать и носить все это. Две клубники, бананы, картошку, чипсы выходные. Этот цезарь свой. Круассанчики, булочки, печеньки, две упаковки, огурчики. Все, больше так ничего не взяла. Теперь я в отделе с химией. Взяла таблетки в посудомойку. Так, что мне еще надо здесь? Так, возьму один вот такой, что-то я уже соскучилась по этому запаху. На него еще скидка сегодня. Большой. Смотрите, какая швабра. Такой вот у меня еще только нету. И на нее, кстати, скидка большая, $9. Ставишь сюда бутылочку с запахом лаванды. Она вся такая purple-purple прям. И она туда капает, льется, и ты намываешь. Здесь внутри, получается, эта швабра находится. Бутылка. Вот такой у меня еще нету швабры. Так, $30. Тяжелая такая. Интересно, взять, не взять. Так она выглядит. А, еще видите, плинтуса классно можно отмыть. Нагибается. У нас тоже наша также полностью вот под диваном удобно мыть. Она нагибается полностью, абсолютно такое положение принимает удобное. Я вот с этой тряпкой только что-то не могу понять. Сомневаюсь, нормальная или ненормальная тряпка. Фиг его знает. Ладно, пока у меня... Я там тряпочек накупила к своей швабре, поэтому пока не буду. Так, мне нужно взять. Вовка уже загрузился полностью, у него уже полная тележка, поэтому я пошла за туалетной бумагой. Не знаю, где он потерялся. Так, и мне еще надо. У меня закончилась... Как она? Пленка. Пленка обертывать. С вот этим вот зипом. Очень удобно, мне очень надолго хватает. Прозрачная. И у меня заканчивается почти тоже полностью, тоже две штуки, тоже мне надолго хватает, $13 для выпечки, бумага для выпечки, все от бренда Костка, и вот это, Kirkland, и вот это, и размер подходит, и вообще она удобная. Так, еще взяла салфетки, мне уже самой некуда складывать туалетную бумагу, возьмем с Мишкой, вот и у меня уже полная. Так, мне Вова уже обзвонился. Так, возьмем вот за $30. Так, мне нужно, наверное, вот такую вот коробки. Переведу. Вот такую вот возьму. Там 4 коробки, 156 штук, $30 этих таблеток. Потому что я их все пересыпаю в такую вот банку. Угу. Да, и сейчас мы с Вовчиком, мы уже встретились. Вон он идет. Давай оставим просто их вот здесь и сгоняем туда за моцареллой. Вот сюда вот загоняй, здесь как раз место никому особо не надо. Здесь оставим тогда и сгоняем за моцареллой. У нас папа все время теперь ест бутерброды свои с моцареллой в аэрогриле. Каждый день, можно сказать. И пойдем купим моцареллу. Так, а мы же домой сразу, Вов? Да. Тогда давай мороженое возьмем, а на выходные. Пойдем. А? Ой, сейчас много всего. Ты видишь, сколько вон земля, видишь, везде продают. Ой, картошка фри, Вова. У меня последняя картошка фри. Давай, и дети не поймут просто. Везем. Так, мороженое, картошка фри и моцарелла. М? Прелесть? Папа, ты помнишь, да? Я хочу все вкатать в бетон, да? Это живая. Ну, да. Слушай, давай при входе поставим. Не, нафиг, пойдем. $33. Да, нафиг она нужна, пойдем. Так, мы не в том отделе. Да что красивого-то, Вов? Смотри, вот так вот, смотри. Слушай, вот так. Мы живем в лесу. Вот ты зачем еще покупаешь вот лес? Я не понимаю. Мы живем в лесу. Зачем нам еще и покупать его? Он у тебя везде растет там бесплатно. Ну, красиво, вот смотри в окно, там одну сплошную. Я, блин, пытаюсь избавиться от всей растительности. Он ее покупает. Мороженое. Так, мороженое взяли. Вова, нужно картошку фри. Вот она. Вов, иди сюда, пожалуйста. А, моцареллу нашел. Молодец какой. Видите, вода везде стоит. Лето. Сейчас все просто тарятся этой водой.
Моцареллу взяли, мороженое и картошка фри. Все здесь рядом. Так, давай. Возьми, пожалуйста. Угу. Так, супер. Купер. Видишь, воду везде пораставили. Лежу, и сейчас все берут летом, все ждут эти и ураганы, и все, чтобы в гараже были большие запасы. Думаю, что, может быть, возьмем котлетки и сделаем это? Котлетки? У нас там есть и мясные, и рыбные. Есть и рыбные, и мясные есть. Да? У нас нету булок только. Здесь, если булки брать, то это очень большая упаковка будет. Прям очень. Здесь она гигантская просто. Это такое на большую пати, когда. Тебе можно положить? Да. Давай. Просто это надо желательно вон к молоку. О, взял еще, кстати, молоко. Что ты взял еще? О, папа. Мы готовы. Так, и мороженое. Вот это надо будет как-нибудь там все нам... Блин, представляешь, я сегодня не выбросила коробки костовские у меня в гараже. Думаю, поедем в Костко, я их возьму. Ты их никогда не берешь? И я их не взяла. Ни разу не брали, потому что сразу по приезду выкидывать, чтобы потом здесь брать. Блин, я прям мимо них прошла сегодня в гараже. Все, давай, блин. Где твоя? Сейчас я... Да, все, поехали. Так, вроде бы все. У нас все. Две тележки огромные. У меня очень тяжелая тележка, но, видимо, из-за вот этих вот туалета он очень тяжелый. Ну, у Вовки еще тяжелее, понятно. Так, и я забежала еще за M&M's, возьму и обычный, и вот такой. У нас вот этот, вот так соскучились по нему, одно время перестали вообще его есть, и сейчас так соскучились, что смели его просто. Ну, еще Лиза была, а Лиза-то еще та. Так, и себе возьму две годины по $10. Так, что я люблю. Так, это не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Это надо утрамбовать. О. Грейт. Так, Вовчик у меня еще лезвие просил. Вот это женские. Так, ему надо лезвие. Как здесь продаются мужские лезвия? Так, это станок, видимо, да? Так, по-моему, вот такие вот ему надо. Вот, без станка, просто лезвие. Вот такие вот. $52-$53. Вроде они сейчас покажу. Он меня еще вчера просил, а я вчера же не смогла приехать. Не успела. Есть еще вот такие по 39. А какие надо? Это какой-то плюс. А это, видимо, минус. Станки. Так, так, так. Ну, вроде бы все. Так, и вот что, вот что. У Вовчика какая-то аллергия. Но я еще детям брызгаю, когда у них сопли. Помогает. Вроде все. Сейчас не знаю, спрошу у него по лезвиям, такие ему или нет. Вовик, смотри, вот это брать вам? Ну, надо или нет? Вы пользуетесь же. Какие лезвия? Вот эти 50 с чем-то, эти 40. Плюс 50 с чем-то. Тебе какие просто? Они одинаковые, это абсолютно одинаковые. Ты просто не... Это две абсолютно одинаковые. А, ой, блин, подожди. Пойдем, вот-вот, вот сюда заверни, вот на этом ряду. Капец, мы затарились, конечно. Плюс все-таки, да? Эти? Плюс, да, которые? Ты видел разницу, нет? Ну, это, да, видимо, более думала. Гелевые, да? Это твои, да? Я без станка взяла. Станок же у тебя есть, да, я надеюсь? Да, да. Все, грейт. Все, поехали? Ты еще себе шортики набрал? Это наши, да, это наши. Ты еще себе шортики взял какие-то, да? Да. Ты примерял на себя? Я думаю, примерно в $1000 должно быть. Ну, вряд ли, тут 1000, меньше, конечно. В основном у нас сегодня хозяйственная такая закупка, не совсем продуктовая. По хозяйству мы сегодня. Вовчик там понабрал то, что... Так, давай, давай. Ой, нам еще тут сейчас упаковывать, считать будут, блин. Как нам? У нас просто не очень удобно все вытаскивать и забрасывать обратно. Ну ладно, справимся. Наши две тележки и наш сухой паек. Два с собой, два здесь, два хот-дога. Нальешь мне газировку? Куча мемов в интернете. Они, правда, все в основном... Прокостка, прокостка. На английском. Ага, да. Я их тоже обожаю, мне часто попадаются. Щелк, 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 щелк. А?
Ты про кассу? Нет, я про то, что типа я с хот-догом за $1.5 после покупки на $1000. Да, так и есть, да. Кстати, да, сейчас покажу ваш чек. Нальешь мне попсиколки, ладно? Так, так и есть, ребята, да, здесь тарятся все. У нас получилось 845, 36 налог и 881 доллар. Заедим свои растраты. Вот все, что осталось. Да, на все, что осталось, да, денег. Это, в общем, Вовчик там себе залил все. Себе всем подряд. У меня просто газировку, Вовчика чай. Все, приятного нам аппетита. Так, мы наелись, мы напились, и мы двигаемся в машину. И теперь квест «Загрузи все это в трак». Господи, я думала, а что у нас такой трак грязный? Это рисунок, что ли? Я думала, грязь такая. Это вообще не наш. Это вообще даже другой марки. Лена, знаете, она без Вовы в любую другую чужую машину сядет. Главное, что она цвета будет такого же. Все. Так, ну что, давай. Please begin skying. Войдет? Поехали. Да, ну, понятно. Ну, блин. Я взяла еще две. Сейчас чек уберу. Вдруг Вовке какие шорты не подойдут, надо сохранить. Две вот такие коробочки под всякую мелочевку, чтобы не каталась по нашему траку. Ну, давай, пап. Сначала самая большая. Слушай, мне кажется, вон то легкое вот в салон кинул. Салфетки. Нафиг ты их туда засунул? Туалетная бумага, салфетки в этот. Коробки? Вот сюда все, да, то, что нужно. Давай будет. Коробками тогда я туда, в салон, а большое сюда, давай, да. Окей. Ой, уже еще закупка. Закупка на $1000, короче, у нас сегодня вместе со всем этим барахлом. Так, вот Вова рассказывает, вот здесь есть какая-то розетка, и от этой розетки может питаться весь дом, если, в случае чего. Если, например, у тебя, ну, не весь дом, но достаточно, то есть... Ну, достаточно. Хватит продержаться, если вдруг ураган настигнет, и все опять вот к фигам повырубают. Помните, кто нас давно смотрит? У нас в ураган все повырубал. Вот здесь вот розетка обыкновенная. Их даже две здесь. Угу. Вот, просто берешь... И это вот надо заряжать, это же, чтобы берешь заряжена вот была. Вот сюда втыкаешь. Угу. Вот так. И отсюда... И сюда, в дом, да. И, соответственно, все тебе... То есть его включаешь просто и... Угу. Ну, если это emergency situation, ну, это не игра, конечно, но... У нас такая уже была, поэтому мы, видите, да, просто мы однажды попадали в ситуацию, когда... и если в этот момент еще жарко, то можно подключить вот эту штуку, которая будет дуть, ну, хотя бы обдувать, чтобы... К урагану мы готовы. Осталось еще 10 фонарей купить, которые мы обязательно где-нибудь опять потеряем. Да, кстати, фонарики у нас пропали. Фонари, батарейки и все. Вместе с ними. Так, вот так я загрузила здесь коробки. Сюда еще можно бы чего-нибудь, но такого маленького ничего нет. Мне главное вот это вот все там мороженое. Самое главное мороженое, картошка, ладно, ничего страшного, молоко, пофиг. Но я вот мороженое обложила таким холодным всем. И все. Вов, заведи машину, а? Кондей, чтоб работал. А, да. Да, еще вот Вова сказала, главное, чтобы бензин еще в машине был. А то это как бы розетка хорошо, но если есть бензин в машине, тогда да. Так, все, это сюда закинем. Сюда вот это все. Ну вот это давай я еще заберу, окей. Ой, блин, а я вино-то кататься будет, что ли? А куда вино? Я уже коробки захламила. Ну а зачем же ты коробки? Давай в салон. Салон на пол просто, и все нормально. Давай в салон. Дома же нужные коробки лежат. Вот сюда я сейчас винишко все положу, и все нормально. А дома еще в коробке все это покидать и занести из машины. Давай я попробую. У меня там нормально все входит. Все, everything is great. Тележечки. О, еще? Я что-то не заметила. Что? Куда я смотрела, только непонятно, да, точно. Так, все, Вовчик уже закрыл. Все, сверху закрыл. Тут. Закрывать? Как это? Как это шайтан машины закрывается? Именно на этом траке делается вот. О, мэджик! Блин, а еще понимаю, думаю, какая тяжелая. О, она не закрылась, Вов. Вода мешает. Вот это. Вот это чуть-чуть туда задвинь, вот об этого она... Нет, это крышка, вот это уплотнитель вот попадает,
Я вот знаю. Это... Да? А, надо помочь, да? Так, все, ладно. Все, ребята, мы готовы. Все, ребят, мы это сделали, мы все сделали. Мы сегодня вдвоем, в четыре руки. Тяжелое, все сделали, в общем, отлично. Сегодня вот удалось Вовчика поймать, спрашивает, чтобы Вовчик был в кадре. Вот он, Вовчик. Сегодня он весь мой и предложил любезно свои услуги еще вчера, что, Леночка, давай мы с тобой завтра вместе все сделаем, все купим. В общем, все, ребята, будем прощаться уже в этом влоге. Народу понаезжает, смотрите, уже много, уже парковка совсем... Нам заправляться не надо? Ну, давай заправимся у нас. Заправимся? Давай заправимся. До кучи уже, дотратим сегодня деньги, до конца. Я говорю, $1000 у нас вместе с барахлом Лаврика, да? Костка и бензин. Ну, вот сейчас и бензин, ну, будет больше. Да, ну, будет даже больше $1000, да. В общем, ладно, сейчас заправимся, посмотрим. У нас пустой, нет? Полный будем заправлять? Ну, сейчас пустой? Нет, у нас не пустой. Ну, сейчас посмотрим. Заправка Костка, как всегда, здесь пусто не бывает. Здесь не бывает вообще свободного места. Здесь всегда очередь. Но здесь довольно, ну, нормально, быстро идет. Здесь еще помогают, люди ходят. Но очередь будет всегда, в любое время. Она на ночь закрывается? Да, конечно. Закрывается, да? Закрывается, да. Здесь можно заправиться только по карте, если у вас есть карта членства. Член. Если вы член. Если вы член. Да, по карточке она вставляется тоже в этот автомат, и только так можно заправиться. Здесь чуть-чуть дешевле, чем везде обычно. Так, все, мы почти у цели. Здесь можно, в принципе, с любой стороны приехать. Видите, шланг они тянут. Шланг он ну, у нас не так просто это. Да нет, они хорошо тянутся. Вот тоже, чувак, видишь, шланг тянет. Ну да, вот я вот так не хотел выглядеть, вот поэтому я так не сделал. Да здесь это нормально, Вов, для этого и сделано. Такое себе нормально, конечно. Да ладно тебе, а какая разница? Ну вот, подъехал нормально. Ты же знаешь, с какой стороны у тебя бак. Подъехал нормально. Ну и что, ну они специально сделаны, они специально тянутся, эти шланги. Удобно же что-то. Такая маленькая, такой большой трак заправляет тоже. Сейчас мы за ней. И наша очередь. И мы сейчас. Так, мы вот сюда проезжаем, сзади тоже будут заправляться. Это мы здесь, в принципе, довольно быстро. Здесь вот так очередь идет. Ну, довольно как быстро загрузить. Это не называется. Ну, никак. Кто как заправить? Это... Мы сейчас долго, скажем, наверное, будем, так, да? Это довольно не быстро. Ну, мы сейчас тоже будем не быстро заправляться. Так, что, вставляем карточку. Видно, как заправился прошлый человек. Насколько, сколько галлон, сколько заплатил. Вставляем карточку Костка и заправляемся. Машину загасить надо. Они приходят, делают замечания. Да, выключите машину. На обычных заправках нет обычно, а на этой всегда. Во Флориде летом загасить машину это... Дешевле получается. Дешевле, да. А что ты думаешь, очереди из лохов, что ли, стоят тут? Конечно, дешевле. Плюс возврат на карту. Уж не знаю, насколько прям это выгодно, но все равно хотя бы насколько-то выгодно. Наверху доллары, внизу галлоны. Вверху денежка, а нижний ряд количество галлонов. Все. $48, почти 13 галлонов. Галлон почти... Сколько у нас галлон? Почти... Галлон сколько? 3,8 литра. 3, почти 4 литра. Один галлон почти 4 литра. Все, почти на $50. Ну да, $1000. Все, друзья, заканчиваю видео. Всем пока-пока. Мы сейчас едем уже домой разгружаться и дальше уже дети. Все, друзья, всем пока-пока и, как всегда, до завтра. Пока-пока. Папа. Пока-пока.